Во Франции перед аукционом украли картину Ренуара. Полотно должны были продать 1 октября. Во Франции из аукционного дома в городе Сен-Жермен-Ан-Ли украли картину художника Пьера Агюста Ренуара. Полотно должны были продать на торгах в воскресенье, 1 октября, сообщает газета Парисин. Речь идет о картине, выполненной масляными красками, размером 14×12.2 см под названием «Портрет молодой девушки со светлыми волосами». В каталоге аукциона отмечается, что в верхнем левом углу картины есть монограмма «Р». По данным газеты, произведение Ренуара считалось главным лотом из 485 предметов планировавшегося аукциона. Организаторы рассчитывали получить за картину 25-30 тысяч евро. Ответственный за проведение аукциона Фредерик Лоран Дерюммель комментировать кражу отказался. Он добавил, что запланированные на воскресенье торги состоятся в любом случае. Ранее в Швейцарии пытались продать картину Айвазовского, похищенную в СССР. По материалам сайта news.com.